Здесь можно вот так захватик взять, таз не на него, а чуть подальше. Перпендикулярно ноги вправо-влево, чтобы у вас опора была. Можно чуть-чуть его в шейку так поджать сюда. Вот это как бы удержание классическое. Уход примерно тот же самый. Встает на мост соперник. Вставай на мост и забегай в сторону, в туловище. Да. Вот один вариант. Второй вариант, как я показывал. Подбираемся, встаем на мост. Я, например, начинаю его грузить в обратную сторону, таз на него. Он ложится на бок, руки как можно ниже к поясу. Он просто переворачивает, да, вот. Второй выход. Значит, что мы сейчас делаем? Мы ложимся правильного удержания, полную силу не держим, отрабатывает второй номер ухода. Если все хорошо получается, вы чуть-чуть поплотнее тогда держите, чтобы именно ухода отработать. Но изначально правильно легли, зафиксировали руку, шею приподняли, правильно легли, разобрали по парам, начали.